мешканці декількох будинків, розташованих неподалік від зупинки «Сонячна», в прямому сенсі цього слова ламають кінцівки. Тут зона вільна від асфальтового покриття і бордюрів. Тротуари ремонтувалися настільки давно, що за всіма ознаками їх начебто і не має бути. У пошуках ґрунту під ногами діти й дорослі змушені кружляти під колесами машин. Однак проїжджа частина дороги також перебуває у вкрай занедбаному стані. У багатоповерхівках проживають сім'ї з маленькими дітьми, пенсіонери та інваліди, яким вкрай важко щодня долати ці імпровізовані дистанції з перешкодами. Подеколи такі прогулянки закінчуються плачевно у кареті швидкої. Усі скарги обурених мешканців до комунальників, керівників районної адміністрації та міської ради за гарною традицією ігноруються. По ямах пострибала і знімальна група «Інформбюро». У нас обща біда, що з жителями дома 78, то жителей всех нашего микрорайона. Мы собираем по 600-700 подписей ежегодно, проходим такую работу, проходим по всем подъездам, ищем, ну, в общем, собираем эти подписи, везем лично на прием, нам обещают рассмотреть, через 40 дней получаем ответ, мы не включены в смету для того, чтобы сделать какие-то ремонтные работы. Я здесь живу с 82 года, в этих домах, еще ни разу тротуары никто не ремонтировал. Понимаете, с каждым годом состояние тротуарного покрытия ухудшается и ухудшается. Во-первых, еще летом ты видишь и можешь как-то обойти эти все погрешности. Не погрешности, а просто эти ямы, колдобины и все остальное. Так у зимний период и период, когда гололед, это просто, если бы велась учетность, если бы у нас была возможность взять учетность того, сколько здесь людей поломало руки, ног, так мы бы и можно было предъявить туда в администрацию, пускай бы они этим людям компенсировали это лечение. У нас очень плохая дорога. У нас люди просто падали и ломали руки и ноги. Я вот тоже с опорно-двигательной системой, инвалид, вот, очень тяжело. И даже к подъезду подойти, понимаете, нету, ничего нет. Дорога прям рассыпается на глазах. Становишься, оно сыпется прям под ногами. Ну как это так? Тротуары от мостки порушены, разрушены. Все бровки от мостки, ничего нету. Вот и там же детская площадка тоже в неудовлетворительном состоянии такая она. У меня обзор на аллею, которая идет, остановка «Солнечная», к школе 148-й. Там детки маленькие, когда они идут утром в школу, это жалко смотреть, когда ребенок идет с портфелем, он еще не проснулся, и просто вот так летят носом в этот вот эти ямы. В соседнем доме 78 живут слепая семья. Вот они обычно ориентируются как? По бордюрчику. И вот этот бордюрчик, он не может найти, палочка ищет, где край дороги, а края дороги нету. И вот стоит в растерянности, ждет, пока кто-то подойдет и выведет его с этого тупика, понимаете? Я здесь живу уже 8 лет, вот, и дороги не латались, ямы увеличиваются, своими силами мы как-то засыпаем. Вот, в других домах я знаю, что проводятся капитальные ремонты дорог, а мы этого лишены. Сколько лет подряд мы ходим, просим, добиваемся, в конце концов, какие-то же наши тоже средства идут на это отчисление. Почему на нас вообще плюнули? Центральные дороги, они там лижут, облизывают и показывают по телевидению. А мы должны биться лбами, ломать себе ноги, руки, и на нас никто не обращает внимания. Люди пожилого возраста, они падают с травмами. И с такими травмами, которые потом год надо лечиться. За наши несчастные средства остаются инвалидами. Лично я сама упала так, что я потом 3 месяца была на уколах. Я поскользнулась и упала. Там нельзя было удержаться. Руками я держалась, кровавила пальцы. Только и всего, пока скорая помощь приехала и забрала меня. Правая нога, у меня такой перелом был серьезный. И я 4 месяца лежала в гипсе до пояса, вся нога. Я, конечно, очень осторожно всегда хожу. Но это из-за того, что абсолютно ничего не делается для улучшения и хотя бы нормального состояния этих пешеходных дорожек. Каждый год одни и те же ответы. Вот, 17-й год, вот, 18-й год. Вот, смотрите. Вот каждый год у нас отписки, это отписки. Я не заявление, те копии заявлений. Видите, каждый год нам отписывает то, что вы не включены, ждите. Что нам ждать? Смерти ждать тут? Мы писали заявление,
Геннадию Адольфовичу. Но нам дали ответ, что пока мест нам метро не сделают, асфальт мы можем про него забыть. Ну почему-то на той стороне делают, а у нас нет. У нас очень много людей на костылях. Вот. Есть и слепых очень много в подъезде. Ну, надо что-то делать. Если не будет в ближайшее время ответа, мы будем поднимать этот вопрос ребром. Вплоть до того, что мы будем все вот эти все бабушки с костылями и с этими палочками, выйдем, прикроем проспект Победы. Пускай тогда они на нас обратят внимание.